270 новых случаев коронавируса выявлено в Тверской области за минувшие сутки. Всего, по данным, на 22 июля в регионе подтверждено более 51 тысячи фактов инфицирования. Между тем, хотя все силы брошены на борьбу с COVID-19, не стоит забывать и о тех, кто заболел тем же самым ОРВИ. Для этого во всех муниципалитетах Верхневолжья работают центры амбулаторной помощи. Начиная с января текущего года в каждом районе Тверской области работают центры оказания амбулаторной помощи, сокращенно ЦАПы. Они принимают пациентов, прикрепленных по месту жительства. Например, вот этот, работающий при лечебно-реабилитационном центре, посещают все, кто проживает в Заволжском районе Твери. Обратиться в ЦАП можно по предварительной записи, записаться через службу 122 или через сайт Метрик Тверь, или позвонив по телефону. Телефоны для каждого центра амбулаторной помощи свои. На сайтах учреждений, где открыты эти центры амбулаторной помощи, размещены телефоны, по которым можно записаться предварительно на визит. Обращаться в такие центры должны граждане, которые почувствовали симптомы недомогания. Здесь, помимо обычного медосмотра, у них возьмут анализы на коронавирус. Его тоже в ЦАПах время от времени выявляют. Поэтому в центрах соблюдаются все меры предосторожности. Сейчас мы находимся в помещении так называемого шлюза. Здесь медики переодеваются. Вот мы видим тапки, которые удобны тем, что, видите, у них есть перфорация, и нога хоть как-то дышит. Здесь, соответственно, костюмы, бахилы, вот такие маски, средства дезинфекции для рук. И самое главное, все вот это медик, всю эту, что называется, сбрую носит каждый день по 6 часов. Очень жарко, неудобно, тяжело. Ну а что делать? Пациентов надо спасать. Коллектив этого амбулаторного центра компактный. Два врача, медсестра и регистратор. Уровень напряженности их работы постоянно меняется. В январе был просто завал. Сейчас, конечно, поменьше. Но все равно нельзя сказать, что количество пациентов в день можно сосчитать на пальцах одной руки. Январь, тогда было достаточно большое количество обращающихся. Сейчас ежедневно мы принимаем по 60-80-40 человек. ЦАП работает 7 дней в неделю с 8 утра по предварительной записи. При этом врачи оговариваются, если у человека температура действительно высокая, то лучше сразу вызвать скорую на дом. Все-таки ЦАПы созданы для тех, кого цапнуло ОРВИ, дабы разгрузить участковые службы. Ведь у них сейчас и так работа выше крыши.